все про него-то забыл, что куда придет. Но он может убрать вот этот мешок? Может он. Нам необходимо восстановить улицу, которая была забыта долгие года, Девлановский спуск. Восстановить ее и вернуть в пользование одесситам и как улицу, ну и навести порядок здесь с теми разрушенными домами. Конечно, многие одесситы, если не знают, я скажу, что это частная собственность, выкупленные здания, выкупленные помещения. Почему не ведется работа? Потому что застройщик, конечно, хочет повыше. Мы считаем, что в исторической части города нужно ограничивать, особенно в такой плотной застройке, высотность. Нашли компромиссные решения. Я поставил задачу Михаилу Ильичу о том, что в ближайшее время встретились еще раз с собственниками и настоятельно попросили, во-первых, убрать вот все, что здесь вы видите, а во-вторых, начать уже либо строительство, либо рассказать, какая судьба. И как минимум подготовить баннер соответствующий, завесить, чтобы это не было в центре города, вот этих развалин, которые видны с нашего прекрасного отреставрированного моста Коцебу, который мы сделали. И сегодня выполнено бетонное основание не на всей улице, чуть меньше половины. Планируется мощение. Вы видели, сегодня мы смотрели, каким камнем будет выполнено мощение, которое было вернуть исторический вид. Также будут установлены исторические такие фонари. То есть она будет восстановлена максимально в том виде, в котором бы хотелось ее видеть. Конечно, мы уже не снесем современные здания, не поменяем, но само выполнение работ по улице, мощение, фонари, это будет выполнено достаточно, я считаю, что достаточно правильно в духе времени. Почему так долго у нас не велся ремонт? Дело в том, что это не только дорожное покрытие, это только бетонная подушка, которая сегодня уже выполнена. Это был отремонтирован полностью серьезная артерия. Это коллектор, который обеспечил водоотведение. Он был в нерабочем состоянии, поэтому и существовали у нас наполнения, наводнения, перегрузы. Мы сейчас по городу восстанавливаем ливневую канализацию, где-то ее восстанавливаем, где-то заново строим. Вот так постепенно, не перекапывая весь город, соединяем полностью всю систему водоотведения.